Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Добрый день всем и добро пожаловать на эту встречу, которая происходит в день открытия 42-го митинга дружбы среди народов. Я приветствую всех, кто присутствует, и всех тех, кто входит в аудиторию, и всех тех, кто связан с нами по видеосвязи в Италии и по всему миру. Мы имеем честь сегодня приветствовать двух протагонистов истории, молодых, но поэтому не менее важных и влиятельных в международной церковной жизни, которых мы пригласили поговорить о «я», о вере и о вызове культур. В особенно важный момент, полным вызовов жизни церкви и мира. Слева от меня Адриан Кандиар. И справа Агбон Хенменге Оробатор. Имя очень непроизносимое, и он действительно предпочитает, чтобы его звали Мато. Есть особенный момент, причина, по которой мы очень благодарны им, потому что еще несколько дней назад было совершенно непонятно, будут ли они присутствовать среди нас сегодня в этом зале, и по всем причинам, протоколам. Это было действительно целое приключение для того, чтобы они приехали сюда, и на самом деле их присутствие говорит о том, насколько они хотели быть здесь с нами, и этот жест дружбы, такой настоящий, мы просто встаем на колени, чтобы их поблагодарить. Отец Кандиар — это доминиканец из Парижа, он член Доминиканского института восточных исследований, который приехал в Египет, и он находится, можно сказать, на первой линии в этом диалоге с мусульманским миром. Он также находится в диалоге с этим аспектом, столь решающим современности западного мира, который имеет главный вопрос свободы. И он даже посвятил этому книгу, которую многие из вас, присутствующих, прочтут в следующем году. И отец Оробатор, он иезуит африканский, он президент конференции иезуитов Африки и Мадагаскара, богослов, и который является свидетелем того удивительного изменения, которое во взрослом возрасте обращается в католицизм, открывая вновь, не цензурируя, ничего не удаляя, все то наследие своей собственной истории, анимизма африканского, в котором он родился и вырос. И их жизнь удивительным образом показывает, как жизнь, как католическая вера ставит человека в оптимальные условия, чтобы встречать и вступать в диалог, кого бы то ни было, никого не цензурируя, никого не исключая. И я особенно хотел от имени митинга поблагодарить издателя Лоренцо Фацини, который публикует книги наших двух гостей, и без которого сегодняшняя встреча не была бы возможна. Nel mondo di oggi,
сегодняшнем мире, в западном, но и, пожалуй, во всем международном контексте, мы можем сказать, что вера, особенно католическая вера, не является более разделяемым мировоззрением. Это больше не то наследие, которое разделяется всеми. И это просто предложение среди других предложений. Это лишь одно из предложений совершенно разных религиозностей. А какой же от нас требует, от христиан требуется сознание? Как передавать надежду в том, что вера порождает? Мы живем в плюралистичном мире, и мы должны более осознанно осознавать то, чем мы во что мы верим, потому что у нас больше нет привилегированных контекстов. Мы больше не живем в том мире, который каким-то образом защищен. Конечно, мы можем жаловаться на эту ситуацию, мы можем протестовать о том, что вещи не происходят таким образом, как мы хотим. Но мы можем интерпретировать это как великую возможность, чтобы еще больше осознать ту причину, по которой мы в 2021 году являемся и остаемся христианами. Потому что это может позволить нам показать всем, насколько вера может быть полезной для жизни, для событий жизни, для вещей жизни. Но вопрос, привлекательна еще вера? Имеет ли этот вопрос шанс в этом плюралистическом и таком отличном, от таком различном, разнообразном мире? В 96-м году Ратцингер ответил очень четко на этот вопрос. Да, вера может быть еще привлекательной, потому что она находит свое соответствие в природе человека, в человеке. Живет неискоренимое желание, ностальгическое к бесконечному. Поэтому, чтобы показать свою привлекательность, свою полезность к жизни, христианство может иметь только один путь, по которому идти. Это путь диалога с человеческим сердцем. Человека, даже который даже неосознанно ищет счастье. Отец Джусаний, который стоит в основании движения и от которого родился также митинг Римини, подчеркивал, что Христос ставит себя как ответ на вопрос «Я». И, собственно, это касается и темы этого митинга. Только если сознание внимательно, очень нежное и четкое к себе, оно может открыться и восхищаться, и благодарить Христом. Без этого осознания и, собственно, имя самого Христа становится просто именем. Вот, в контексте, в котором мы живем, для многих наших современников это только имя, но вера христианская в это время как раз призвана показать свое полное соответствие человеческой жизни через инструмент, который Папа Франциск как бы называет тем встречей и диалогом, несмотря ни на что. И все тот же Ратцингер говорил, что встреча культур возможна, потому что человек, несмотря на различия своих историй и собственных творений, это он идентичен единому бытию. И отец Франциск говорил в своем послании, что особенно в наше время,
когда страх открывает страшную неуверенность человеческой жизни. Человеческое существо все еще движимо в поиске смысла. И Серджо Маттарелло во своем приветственной речи из Рима сказал нам, что я, которая признает общую судьбу человеческих существ, является краеугольным камнем совместного проживания. И поэтому мы вас пригласили свидетельствовать здесь, которые отвечают на вопросы, которые сегодня вопиют к ответу. Что нами движет? Что движет вами перед лицом вызова культур в Египте и в Африке? Возможно, человеку с четкой идентичностью, с своей традицией встречать людей с другими традициями, культурными и религиозными. И что же вера сегодня, можно сказать, сегодняшнему человеку? Как сказал Эдгар Морен, состояние неуверенности. Что вы на это скажете, отец Арбатор? Спасибо большое, Альберто. Чтобы понять мою историю, мою личную историю, связанную с «я», с верой и вызовом культур, существуют две вещи, которые вам необходимо знать обо мне. Начнем с первой. Меня зовут Агбонхьян Менге, и я стал человеческим существом не когда я родился. В моей культуре, когда ребенок рождается, он получает свою принадлежность к живым только когда он получает имя. И вот мое имя Агбонхьянгме — это то имя, которое делает меня человеком. В моей культуре присвоение имен является очень важным моментом, потому что именно таким образом мы общаемся друг с другом через имена. Если я не могу назвать тебя по имени, я не могу признать твою человечность. Я не могу чествовать твое достоинство, а ты не можешь делать то же самое с моей. Мое имя позволяет мне великие привилегии индивидуальности. Но мое имя не является стеной, это дверь. Мое имя — это мост, это не барьер, не граница. Мое имя открывает канал к другим людям, чтобы познавать их. Другое, что важно знать обо мне, это что в прошлом я не был христианином. Я родился в африканской религии, и только позже я обратился в христианство. Моя мать была приверженцей богини моря, Олакун, богиней плодородия и богатства. Мой отец почитал различные божества, и среди которых Озанобу, творец Вселенной, отца Иисуса Христа. Прежде чем я обратился в христианство, христиане относились ко мне с пренебрежением.
Они меня называли совершенно по-разному. Они называли меня фетишистом, идолопоклонником. Они называли меня язычником, анимистом. Вся эта оскорбительная риторика была на самом деле постоянным нападением на мою духовность. И таким образом, когда я перешел от африканской религии к христианству, они ожидали, что я откажусь от своего религиозного наследия. Они даже дали мне новое имя — Эммануэль. Потому что в то время катехизатор считал, что мое имя Агбонхьянменге было языческое имя. Он мне дал христианское имя. К счастью, я решил не оставлять мое наследие африканское. Как же я смог это сделать? Как бы я смог отрицать свою важную часть своей жизни, которые повлияли на меня и в том числе в переходе во взрослую жизнь. Как мы говорим в нашей культуре, как леопард никогда не потеряет свои пятнышки, сколько бы раз он не искупался в речке. Сегодня я счастлив быть сыном двух вселенных. Африканская религия — это та, которая пробудила во мне сознание, мое осознание реальности христианства, расширило это осознание, углубив его. Я очень ценю и славлю эти основания, эти религиозные основания. Но одновременно я могу всегда поставить вопрос об этом, когда это необходимо. Я верю, что Бог продолжает являть себя передо мной, в моей культуре. И в моих религиозных основаниях моя христианская вера не отрицает мое наследство африканское, ни мою культуру, ни мое наследие. Напротив, моя христианская вера позволила мне углубить и оценить глубокую чувствительность религиозную моих предков. И были периоды, в которые я переживал тяжелые времена, напряжение, и были периоды, когда я почувствовал собственно искушение пойти к синкретизму. Но меня утешают слова Павла VI, когда я утвердился, что когда африканец становится христианином, он не отрицает себя, но он в Духе Святом и в истине встречается с богатством своей традиции. Я хотел бы поделиться с вами сейчас тремя вещами, которые я понял из своей анимистической традиции. И эти три вещи, возможно, ответят на тот вопрос, который Альберто задал. И таким образом, возможно, они ответят на вопрос о поиске смысла.
Это три вещи, в которые я верю. И мне кажется, что они ужасно важны в современном мире. Эти три ценности — это солидарность, братство и гостеприимство. Начнем с солидарности. Что значит быть анимистом? В моем личном опыте это значит быть солидарным, быть в отношениях солидарности со всеми формами творения. Я искренне верю, и я это подчеркиваю, в жизненность всего сотворенными. Все содержится в жизни. Существует всегда эта невидимая сила, которая дает жизнь всему. И я знаю, что Папа Франциск разделяет эту мысль, потому что в своей энциклике Laudato Si он говорит о том, что каждое творение имеет свое значение, ничего не является поверхностным. Горы, вода, лес, все, как и я, все нежность Бога. И когда я говорю, что я верую в витальность, в жизненность жизни, я также принимаю моральное задание заботиться о экологии вокруг и экологии человека, потому что эти две экологии состоят не только из материального, но и из духа. Я подчеркиваю, из духа. Африканская религия, как и христианство, признает, что созданное творение — это великолепный, чудесный дар Бога. И мы можем использовать ответственно, законно этот дар, сохраняя равновесие. Но я верю, что есть некая взаимозависимость этих сил. Существует некая жизненная связь с меня с землей. И когда я воспринимаю вот эту обязанность защищать и следить за сохранностью земли, спасать эту землю, я не делаю какое-то одолжение земле. Я спасаю себя. Я спасаю тот мир, в котором я живу. Потому что только так я могу спасти себя, спасая тот мир, в котором я живу. И это первый урок, который я выучил из своей африканской религии. Вторая вещь, которую я усвоил из своего религиозного опыта, это тот, который Франциск называет братством. Возможно, вы читали его энциклику «Братья все». Fratelli tutti. В Африке мы называем это убунту. Когда Франциск говорит, что всякий является полностью личностью, когда он принадлежит народу, и когда он говорит, что нет настоящего народа, когда нет уважения к личности, он говорит об убунту. Это удивительно. Убунту, думунту, габанту по-африкански. Человек — это личность, через другие личности. Я являюсь, я есть, потому что другие есть.
Иными словами, я есть, потому что мы все есть, существуем. Таким образом, вы можете увидеть, что концепт понятия Ubuntu – это важнейший концепт африканской культуры, и он содержит в себе концепты гостеприимства, уважения. Как христианин, как африканский христианин, я глубоко верю в эту культуру Ubuntu. И таким образом в первенство человеческих взаимоотношений. И согласно вот этому мировоззрению Ubuntu, мужество сказать «я» не преображает мое сознание. Мужество сказать «я» обозначает, что я завишу от других людей. А мое существование, моя человечность черпают силу в взаимодействиях с другими людьми. Быть людьми обозначает быть вовлеченными в контакт с другими людьми, быть открытыми к другим людям. Потому что моя человечность — это моя человечность поддерживается отношениями, которые я разделяю с другими. В Танзании мы говорим, что горы не встречаются, а люди, напротив, встречаются. В этом смысле Ubuntu — это творческая открытость к другому человеку. Сказать, что «я есть», потому что «мы есть», обозначает обнимать вселенную отношений, которая является бесконечно открытой и включающей. И сказать, что «я существую, потому что мы существуем», или «я есть, потому что мы есть», обозначает также отвечать на мой долг по отношению к другим. Мой долг, который я имею по отношению к земле, по отношению к Богу. Таким образом, для меня сегодня больше, чем когда бы то ни было, я понимаю, что мы должны, у нас есть потребность в этой объединяющем видении Ubuntu, которое, собственно, восстановит ткань нашего человечества. И третья вещь, которую я воспринял от своего африканской традиции, это гостеприимство. Если я стал христианином, возможно, это было благодаря отчасти культуре гостеприимства. Африканская религия восприняла христианство и ислам гостеприимно. И это тот тип духа, в котором мы нуждаемся и сегодня, чтобы реализовать наше желание примирения, а также для построения мостов и уничтожения дистанций. И африканская религия не занимается прозелитизмом, она не хочет быть какой-то важной первой религией. Вот почему я думаю, что сущность этой религии является очень важной для современного мира. И я знаю этот дух. Этот дух терпимости, дух включения, включенности. И мы действительно нуждаемся в этом духе сегодня. Позвольте мне разделить с вами несколько заключительных слов. Как миллионы африканцев, я
которого зовут Акбонтхян Дме, я сравниваю себя я сравниваю христианскую традицию со своей традицией. Но это не было легким путем. Это, на самом деле, еще путь. Я еще нахожусь в этом пути. Это паломничество, потому что моя вера, меня как африканца, это способ жизни, это способ бытия. И это не какая-то совокупность кредо или догм или доктрин. Да, Сёрен Киркегар был прав, Киркегор, он был прав, когда он бросил вызов всем нам найти мужество сказать «я». Но, как другой философ, Мартин Бубер, сказал нам, чтобы я смог быть настоящим, это должно быть пунктом начала, должно быть общая почва для начала. Это должно быть таинственное место, чтобы встретить другого. Моя вера африканская благословляет это место. Это отношение между «я» и «ты». Даже если «ты» — это дерево, это человек, это произведение искусства или Бог. В документе о братстве, человеческом братстве, папа Франциск говорит о том, что чтобы видеть в другом брата или сестру, чтобы поддерживать это. Если мы не можем обнять в этой встрече боль другого, и в дружбе этого отношения можем обнять боль другого, а в таком случае моя вера не является мужеством. Моя вера в таком случае не является жертвой. Это эгоизм. Как папа Франциск научил нас, нам необходимо движение людей, которые понимают, что мы нуждаемся в движении одних к другим, чтобы у нас было чувство ответственности по отношению одних к другим. И поэтому мужество сказать «я» — это мужество встречать моих братьев и моих сестер. И этот тип встречи, который очеловечивает и который преображает. Позвольте мне закончить словами папы Павла VI, который сказал: люди должны встречаться, нации должны встречаться, как братья и сестры, как сыновья, как дети Божьи. И в этом понимании, в этом взаимном понимании, в этой взаимной дружбе, в этом общении священном мы должны продолжать, кроме этого, работать вместе, чтобы строить общее будущее и будущее человечества. И я верю, что будучи здесь сейчас, это будущее возможно. И чтобы оно пришло, это будущее, мы должны основываться на братстве, на гостеприимстве. Пусть будет это наше кредо в Риме и во всем мире. Спасибо.
Действительно удивительно видеть воплощенным в человеке это положительность взгляда, который вера реализует перед всем и всеми. Это способность оценивать все то, что является человеческим и является частью нас. Когда я прочитал книгу «Исповедь» анимиста этого человека, я увидел этот путь не такой простой, вот в обращении к католицизму. Я перечел эту книгу, которая и там он цитирует Франциска, который цитирует Джусани, потому что описывает то, что мы услышали. Христианство не реализуется в истории как какая-то зафиксированность позиции, которую мы должны защищать, которая к новому находится в противостоянии. Нет, христианство — это то, что воспринимает новое, спасая его. И папа описал это как свое понимание церкви в исходе, то есть навстречу ко всем. И послушаем сейчас отца Андреана Кандиара. Спасибо, я имею честь, и я очень благодарю за то, что меня пригласили. Я благодарю всех, кто пришел, несмотря на все эти трудности. Я немножко боюсь, не только потому, что я должен говорить по-итальянски. Я прошу всех у вас сразу же индульгенции, особенно у Манцони, потому что я буду говорить с ошибками. Я боюсь, потому что Альберто попросил у нас о свидетельстве. Он попросил у нас о мужестве говорить «я». Это мужество, у которого обычно у меня нет. Я предпочитаю говорить о более интересных вещах, о маленьких книжечках, о Библии, как о книге, которую ты упомянул. Но правда, вот этот вызов по отношению культур или отношение вызов культур, который я пережил, на самом деле... Меня отправили мои начальники в Каир, в Египет, изучать ислам. Они отправили меня, я этого не выбирал, чтобы я основал этот институт, институт исследовательский, где мы работаем, изучаем старые книги, средневековые, посвященные исламу, или богословские книги ислама. Мы встречаемся с различными исследователями, особенно мусульманами в Египте. И изначально я хотел стать библистом, и я не вошел в новициат доминиканцев, чтобы изучать другую религию. Я пришел туда только, чтобы заниматься Иисусом Христом. Зачем мне ехать в какой-то институт исследователей средневековых книг, какой-то неизвестной богословии мусульманской, покрытой пылью? Я обнаружил множество вещей. Во-первых, это богословие очень интересное. И я бы, если вы хотите, я поговорю с вами о своей работе, о своей диссертации, посвященной исламу. Я как раз заключение пишу. Хотите, потом скажу. Но, во-первых, я открыл, что когда я туда был отправлен, у меня было понимание, что я в каком-то изгнании. Ну, или, по крайней мере, что меня послали на какие-то дальние границы империи, чтобы я занимался такой дипломатической историей с соседями. Я занимался какими-то периферийными делами вместо тех людей, которые в сердце церкви занимались важными делами.
И когда я стал читать эти книги, я понял, что я ошибался. Меня отправили в центр, на самом деле, в центр христианской миссии, то есть в центр службы, служения Святому Духу. Вот то, что я хотел сказать. Мы часто говорим о нашем отношении с миром, об отношении церкви с миром, об обращении, об общении церкви с миром. И мы ошибаемся, по-моему, когда мы так думаем. Когда мы думаем, что мы должны сказать миру, это неинтересно. Мы, как христиане, находимся на служении другого общения, не нашего, но диалога древнего, вечного между Богом и миром. Не нашим диалогом с миром, не нашим диалогом как церкви с Богом, но на самом деле на службе этого диалога, который Бог начал с первым человеком и который продолжает со всеми людьми. Мы часто находимся, когда мы думаем иначе, мы находимся на пути без выхода, в тупике. Когда мы, например, мы думаем, что миссия наша заключается в том, чтобы утверждать позиции церкви. Более того, эти позиции никого не интересуют, мы это знаем, потому что все верят в то, что они знают, что это за позиции, мы ничего нового не говорим. И мне не кажется, что миссия церкви заключается в том, чтобы нас признали, чтобы церковь признали как эксперта. Мы знаем формулу Павла VI, экспертная церковь в человечестве. И мы знаем, что со всеми скандалами последнего времени это кажется ироническим утверждением. Наша миссия в церкви не в том, чтобы нам признали наше мнение. Мы таким образом теряем наше время, если мы делаем это. Мы должны чему-то служить, служить тому, что нас децентрализирует, тому, что нас ведет вовне наших маленьких историй. Мне кажется, когда папа говорит о критике, о какой-то самоотнесенности на себе, мне кажется, что он имеет что-то в виду подобное, что наши истории, внутренние истории, это рассеянность, истории с рассеянности. Например, последним летом все речи о ритуалах, о ритуале, о римском... Это кажется, что это какие-то потери времени. Я не говорю, что нет тем, которые мы должны обсуждать, но есть что-то более важное. И это важное — это служение, служение Христа, которое всегда нам предшествует, как говорится, апостолах. Он предшествует нам в Галилее, Галилее нации. Если мы ставим себя на служение, служению Духу, который с самого начала мира начал этот диалог с людьми, он начал этот диалог прежде нас как индивидуумов, прежде нас как церкви. Библия говорит нам историю этого общения Бога с миром, в котором мы, очевидно, видим откровение, которое является очень важной вещью, но это не все. Бог поддерживает это общение через опыты отдельных людей, всех людей. Это касается всех, и Он для каждого находит свой способ общения, но также Он не делает это только, не только через индивидуумов, как говорил Иоанн Павел II, но и через общество.
и даже через религию. И это может показаться нам странным, как Бог может говорить с людьми через не только личное чувство, но через их религию. Это не значит, что все религии являются истинными, что все являются путем к Богу. Я не хочу оказаться в этом легком релятивизме, нет. Однако, также через религию Бог говорит с человеком. Наша миссия, таким образом, заключается в том, чтобы служить этому диалогу, в том, чтобы помогать всем слушать, где этот голос, глас Божий, глаз Христа, глаз Иисуса, Дух Иисуса. Я сейчас тебе все объясню. Сложнее, но и более интересно евангелизировать людей через их опыт, опыт Бога. И вот здесь это становится интересным. Мы должны делать это с людьми, сопровождать практикующего католика, как бы пасторская, на самом деле, в пасторской роли человека мы говорим о том, что мы должны помогать человеку в его личном диалоге с Богом. Это правда также и с обществами, это правда также с религионами, с религиями. И когда меня отправили в Каир, собственно, мне дали эту миссию, где вступать в диалог с мусульманами, чтобы помочь им слушать, также в их традиции, слушать и слышать в их традиции Бог, голос Бога. Естественно, я не... Это не мешает мне говорить об Иисусе, но, Иисусе, но интересно слушать, пытаться понять религию, такую как ислам, и пытаться понять в этой реальности, где Бог может найти те места, где Он может открыть себя. Я не говорю, что Бог — это откровение Бога, но также в исламе Бог ищет вот этот свой диалог и возможности для общения с человеком. И это истинный путь, согласно мне, для общения. Это интересно, когда ты говорил, что нет позиции, мне кажется, что мы с тобой согласны в том, что нет вот этого различия между твоей прошлой жизнью и этой, что евангелизировать — это нести вперед тот дело, который уже начался в твоем прошлом. И поэтому богословие, на котором мы должны настаивать, это возвещение веры. И вот этот диалог между религиозными — это, на самом деле, ошибочная тема. Потому что если диалог начался, то это настоящее дело евангелизации. Когда мы говорим с мусульманами, мы встречаемся с особенными трудностями, потому что ислам — это не только другая религия, это не просто религия, которая родилась в другой культуре, ну, как, например, буддизм или религии африканские, которые не имеют никакого отношения с христианством. Дело в том, что когда мы говорим об исламе, мы понимаем, что с самого своего рождения ислам противостоит, особенно некоторыми своими элементами, он противостоит против христианских каких-то моментов. Например, Троица, воскресение, искупление. Самая большая трудность заключается в том, что ислам как культура
Это культура, которая была построена в оппозиции с христианским Западом. И вот так напряжение веков точно так же христианство строилось в оппозиции к мусульманскому миру. И поэтому очевидно, что культуры становятся не своего рычагом к евангелизации, но препятствием. В Европе, возможно, также в Италии, многие чувствуют себя под угрозой от ислама и не хотят этого отношения, открытия. Ну как же можно вступить в отношения? Прекрасно говорить об открытости, но не можем мы вступить в эти отношения, потому что мы чувствуем эту угрозу. Если вы подумаете об этом, может быть, вы чувствуете в себе эту угрозу от исламского мира. Но давайте подумаем. Вы идете к египтянину, мусульманину, и говорите им: вы, мусульмане, нам угрожаете. Что он вам ответит? Он ответит: извините, пожалуйста, вы чувствуете себя под угрозой, потому что есть какая-то армия мусульманская, которая нападает на ваши страны? Нет. Например, вот есть такие западные армии, которые нападают на мусульманские страны. А вы, может быть, вы чувствуете себя под угрозой от каких-то культурных влияний мусульманских? Если вы в кино идете, вы смотрите какие-то арабские фильмы? Нет, когда идете в кино, вы смотрите «Бэтмена» и другие западные фильмы. Почему же вы чувствуете себя под угрозой? Или вы должны по-восточному одеваться, а вот мы в Египте должны одеваться по-западному. Я говорю это не потому, что, ой, боже мой, нет, что они такие все бедненькие, несчастные. Нет, я просто говорю о том, что вот это ощущение угрозы, оно существует и в исламском, и в христианском мире. Мы находимся перед лицом двух крепостей, которые смотрят друг на друга с недоверием, и это ужасающая преграда для возвещения Христа, потому что евангелизация, когда мы говорим о ней, это не в том, чтобы мы, когда мы приходим с какими-то хорошими аргументами, убеждениями и так далее, доказательствами, но мы говорим о том, о встрече с Христом. И сложность этой ситуации, которую я сказал, заключается в том, что Христос может показаться также в исламском мире как флаг врагов, флагом тех, которые крадет их индивидуальность, разрушает их традицию. И в этом смысле евангелизация невозможна. Поэтому в этой ситуации, в нашей ситуации, есть только одна стратегия, по-моему, которая соответствует этой ситуации. И если мы хотим говорить о Христе, мы говорим с другой культурой, то есть один путь. Это путь обезоруженности. Мы должны выйти из нашей крепости, которые угрожают. И мы, то, что мы пытаемся сделать на нашем уровне в Каире, но это каждый должен сделать на своем уровне. Есть разные способы сделать это. Мы должны понять разные вещи. На самом деле, мы не говорим одно и то же. Но при этом речь не идет о том, чтобы принять. Но
я должен принять, что другой может говорить другие вещи. И эта безоруженность начинается там, когда мы принимаем настоящий диалог, не стратегический диалог, когда я притворяюсь, что я тебя слушаю, и ты видишь, что я тебя слушаю, и ты убеждаешься. Если ты хочешь, если я хочу, чтобы ты меня услышал, я должен ты меня сначала услышал. Я должен выйти из тех идей, от представления тебе, кто ты такой, что ты хочешь и так далее. Я должен перестать пытаться... ты должен как бы перестать определить меня. И потом мы сделать второй шаг. Вот я пришел без оружия и разделяю свою веру, потому что на самом деле настоящее мужество сказать «я» не в том, чтобы я представляю христианство, и я сейчас тебе все доказательства от Фомы Аквинского до не знаю какого богослова расскажу. Я тебе лично говорю «я», и я, вот этот «я» говорю, во что я верю. И в этом страх, потому что, возможно, у тебя будут лучшие аргументы. Может быть, ты сможешь посмеяться надо мной, если у меня есть на самом деле мужество и смелость сказать «я верю в это», но настоящее дело начинается в том, чтобы быть человеком и быть человеком. И мы находимся перед лицом трудностей другого. Друг друга. Как у меня получается жить? Я христианин. Как у меня получается жить в этом абсурдном мире? Я живу с Христом. И я говорю, я, кто я? Кто такой Христос для меня? Если мы хотим делать это, есть изначальное условие, которое является дружбой, чтобы использовать вот это предложение «я верю», необходимо доверять человеку, с которым я говорю. Это очень сложно, потому что если мы находимся в климате недоверия, если я говорю тебе о своей слабости, то есть о своем личном бытии, которое всегда слабое, а ты будешь мной пользоваться, я никогда этого не сделаю. Поэтому необходимо прежде всего строить как личное доверие, личную дружбу. И именно так мы сможем служить этой встрече, и именно так мы сможем сказать «я», но чтобы позволить другому принять ты, которая является Богом и который обращается к нам. Все, я заканчиваю, поскольку я могу часами говорить как проповедник. Спасибо большое за ваше внимание. И мы continueremo ad ascoltarvi, ma è struggente. А мы и слушали бы тебя, и слушали. Это удивительно слушать, как ты говоришь, о миссии христиан сегодня, не как об усилии или как остервенелом попытке убедить другого в своих идеях, но в этой помощи другому услышать голос Бога в своем собственном опыте. Какое доверие нужно иметь в сердце человека, чтобы иметь возможность принять этот риск? Нет ничего автоматического в этом. Это ведь диалог не между одним человеком и другим, между другим человеком и Богом. Я не хочу, я не могу его никак определить. Но я должен быть уверен в том, что сердце другого человека, христианина, нехристианина, мусульманина, немусульманина, что оно сотворено тайной. И действительно, Джусани использовал совершенно присущие ему
выражение, как он писал через маленькие дефисики, «Я есть ты, творящий меня», чтобы подчеркнуть, что вся сущность человека состоит в этом Боге, который из ничто возвал человека к бытию, и что ничто не может изменить это отношение, даже никакие силы, никакая власть мира. И действительно, время у нас мало остается, но у нас остается одна минута, и я хочу задать вам вопрос, вы уже об этом начали говорить, но маленькое заключительное слово именно о названии митинга, и поэтому я задаю этот вопрос, и к этому папа отсылает в своем послании, подчеркивая Дона Бондио из Манзони, что мужество человек не может себе дать себе. И тогда я задаю вопрос, как мужчина и женщина сегодняшнего дня в нашем обществе, и которое вы описали в нашем современности, где и как мужчина и женщина нашего мира, то есть мы сами можем найти мужество для нашего «я», не уступая страху. Мато, большое спасибо. Я думаю, что речь не идет только о том, чтобы поддаться страху, но больше искушение касается впасть в индивидуализм и закрыться в своем собственном мире. Мужество сказать «я» обозначает на самом деле совершить первый шаг по отношению к другому человеку. Если я совершаю шаг к другому человеку, по направлению к другому человеку, я делаю его, потому что я свидетельствую, как говорил отец, у меня есть что-то, что я хочу разделить, у меня есть что-то, что может быть чем-то благодатным для другого человека, исходя из веры в моем пути, который представляет собой отношение мое с реальностью. И мне кажется, что именно это является вызовом, который находится перед нами. В периоде, в котором мы живем, наше «я» должно быть включаемо и открыто для всех. Для меня это важно. Secondo me questa paura può nascere soprattutto in По-моему, этот страх может родиться прежде всего в контексте, в котором мы стремимся возвещать Евангелие, и может родиться от трудности сказать «я» и «только я». Часто мы хотели бы представлять собой всю церковь, мы хотели бы делать работу Бога. Ты говорил, что трудно позволить существовать диалогу между Богом и человеком, не приняв место Бога. Часто мы хотим занять место Бога, потому что мы думаем, ой, Бог не делает свою работу евангелизации, поэтому я буду делать. Маленькую помощь ему оказать. Да, совершенно верно. И я даю себе ответственность, которая совершенно невозможна к выполнению. И это создает страх. Когда я думаю, что успех зависит от меня, я должен суметь заставить людей поверить. Я даю себе задание, которое невозможно выполнить. И это мешает мне сделать то, что я действительно могу сделать. Когда я беру себя, когда я принимаю себя за Бога, когда я занимаю место Бога, мешает мне делать мою часть.
Мне кажется, что это очень важно для каждого христианина, особенно в служении, помнить, что место Спасителя мира уже занято, что оно уже занято, и что... Дон Каррон, che è il presidente della fraternità di CL, risponde così. Да, это претензии существуют среди нас. И на это отец Каррон, глава нашего движения, отвечает: не ты спасаешь мир, а другой спасает мир, поэтому расслабься. Абсолютно согласен. И когда мне мой приор в монастыре Каира сказал, он повесил мне на ключ такой маленький брелок. Не знаю, как сказать это по-итальянски, такие собаки горные. О, как по-французски, Сан-Бернардо, Сан-Бернар. Это как будто бы он мне сказал, типа, не будь святым Бернардом, не иди спасать мир, а занимайся своими делами. Спасибо, спасибо. Это наполняет меня надеждой видеть молодых людей, столь зрелых в том опыте веры, и тот вклад и тот опыт, который они делятся с нами. И это наполняет надеждой, что через каждого из нас это может принести всем людям современная вера. В Lumen Fide папа говорит, что встреча со Христом расширяет опыт и дает нам солидный опыт. Вера не является каким-то прибежищем для людей без мужества. Вера это не то, что рассеивает все наши теневые, весь наш мрак, но та лампа, которая тот свет, который освещает наши пути. Посмотрите, в эти два года, которые пережили в этом тяжелом мире, человеку, который страдает, вера дает опыт в форме присутствия, которое его сопровождает, и которое, сопровождая его, продолжает диалог с тайной. И оставляет в первую очередь пораженными нас, оставляет на нас удивление. И, как отец Каррон говорит, что это удивление не является нашим каким-то усилием, чтобы оставаться в мире, оставляться удивленным в современном мире, будучи охваченными удивлением этим Христом. Мы можем смотреть, будучи охваченным этим удивлением, мы можем смотреть на все взглядом более свободным, более удивленным, не желая кого-то кем-то обладать. Это удивление, это плод христианства. И это плод христианства, пути, принадлежности христианства. Это сюрприз не для других, это прежде всего сюрприз, удивление для нас. Я нахожу, что то, как я действую, не являются моими. И я нахожу, что они не такие, как раньше, они более истинные, как свидетельствовали сегодня нам отец Адриен и отец Ора Барбор. И
как мы можем свидетельствовать в эти дни митинга. И я заключаю, благодаря наших гостей за эту встречу. И напоминаю, что этот митинг стал возможным не без жертв, и он существует благодаря любви и жертвам каждого из вас, кто участвовал, который может поддержать это без каких-то границ. И вы можете, вы видите возможность, где вы можете оставить ваш вклад в этот митинг. Большое спасибо и всем хорошего дня.